Курские ополченцы и отряды повстанцев сжимают кольцо вокруг боевиков ИГИЛ. Манбидж, это север Сирии, они освободили от территории 2/3 города. Бои за Манбидж в провинции Алеппо продолжаются уже больше месяца. Отряды ополченцев там поддерживают международные коалиции во главе США. В конце июля террористам, блокированным в городе, было предложено сложить оружие. Однако джихадисты казнили всех, кто согласился на это предложение ополченцев. В свою очередь в МИДе России потребовали расследовать сообщение об ударе международной коалиции во главе с США по Манбиджу. В результате бомбардировки за последние дни там погибли десятки мирных жителей, включая женщин и детей. Манбидж – стратегически важный населенный пункт. Он находится в 80 километрах от Алеппо, между оплотом джихадистов Рака и сирийско-турецкой границей.